начале был свет, два брата под одним солнцем. Рожденные одной кровью, выросли под одним небом, предназначены идти разными путями. В каждой семье есть тень и свет. В каждом сердце царство, которым можно править или бросать вызов. Земли Прайда будут эхом отзываться ревом могучих, шепотом преданных. Даже в тьме есть надежда. Братья сталкиваются, круг жизни продолжается. Как у братьев, связанных кровью, но разделенных судьбой, разошлись пути в истории о королев тени, которую мы знаем сегодня.